Яркие костюмы, зажигательные танцы и трогательные песни – все это можно было увидеть и услышать в Доме культуры Победы в Самаре, где отмечали 30-летний юбилей областного украинского национально-культурного центра «Промень». В украинском языке слово «промень» обозначает луч света, пробивающийся сквозь тучи на небе. В честь юбилея организовали творческую встречу, на которую могли прийти все, кто хочет узнать больше о культуре народов, которые живут в нашем регионе. Мероприятие состоялось при поддержке администрации Самары, Дома дружбы народов и областной научной библиотеки. На протяжении 30 лет украинский центр «Промень» занимается сохранением языка, культурных традиций, проводит на высоком творческом и художественном уровне мероприятия разного порядка. Работа национально-культурных центров крайне важна для нашего многонационального города. Именно поэтому только совместными усилиями мы можем быть единой семьей народов, народов многонациональной Самары. Вот уже много лет основой работы Центра «Промень» является укрепление и сохранение традиций представителей украинского народа, которые проживают на территории региона. На его базе создан хор «Промень», который выступает на различных культурных мероприятиях. Кроме того, на базе школы номер 131 организована Украинская национальная воскресная школа «Свидоч», которая проводит просветительские мероприятия для детей. Безусловно, мы работаем в плане поддержания культуры народа, ибо политики меняются, народы остаются. И культура – это слово святое, поэтому мы определенным образом ломаем стереотипы общества. Сейчас Центр «Промень» активно поддерживает людей, которые приехали в Самарскую область с территории Донецкой и Луганской народных республик. Волонтеры посещают пункты временного проживания, работают пункты по переводу документов с украинского языка на русский. Также переселенцам помогают с трудоустройством и адаптацией в новых условиях. Александр Кочетов, Григорий Плешаков, «События».